Пошел чистотел, вот это чистотел, молоденький чистотел. Это уже побольше чистотел, можно его использовать. Вон чистотел у меня на участке. Воспользуюсь я вот этим вот чистотелом. Покажу, как с него готовить сок. Миленький чистотел, дай мне, пожалуйста, свою силу. Извини, что я тебя использую. Видите, желтенький сок его. Желтенький сок, самое такой хороший, молодой. Много не будем. То есть, если нам что-то готовить, то в принципе вот этого и достаточно на один раз. Хорошо, когда вот есть он под рукой, можно свеженький взяли, только опачки заделали и даем сок. Итак, берем это количество. Теперь его надо помыть, так как он все-таки на улице был. Ополоснули. Теперь нам надо его измельчить. Для того, чтобы добыть сок, надо его измельчить. Чтобы было больше сока, можно немножечко, конечно, добавить бы воды. Но сейчас посмотрим, как у нас начнет измельчаться. Ну вот видите, измельчилось. Теперь это надо все выгрести отсюда. А лучше все-таки, я думаю, добавить буквально таки пару столовых ложек воды и все это перемешать. Тогда все это перемешается лучше. И, конечно, какая-то часть сока будет, какая-то часть воды, но тем не менее будет то, что надо. И еще разок. То есть таким образом мы просто лучше измельчим, и у нас будет не такой концентрированный сок, но будет. Я добавил немножечко больше, ну буквально таки 50 грамм воды на вот эти все веточки чистотела. И получилась уже вот такая вот готовая смесь. Ее уже, наверное, и не надо особо разбавлять. А можно и разбавить один к одному с водой, теплой кипяченой. И можно уже далее применять. Так как я эту технологию отрабатываю, то разбираюсь, чтобы сделать
примерно 100 граммовую клизму надо разбавить. Смотрите, вода должна быть с-под фильтра хорошего качества, ни в коем случае не хлорированная, потому что она вредно влияет на микрофлору кишечника. Вот у нас получилась нужная дозировка, то есть здесь где-то примерно, ну, сока будет 2 чайные ложки, остальная, наверное, вода, ну, примерно так. И дальше пошли делать. Теперь берем вот такую вот грушу, как раз это где-то сколько там, 100 или 50 грамм. Мне кажется, это 50 граммовая груша. Но это то, что надо. Вот такой вот. Помыли ее. Теперь набираем. Неудобно набирать. Берем стаканчик, наливаем в него. Наше зелье. Теперь нам удобно отсюда брать. Мы с вами сделали где-то 100 грамм. И вот это вводим в толстый кишечник. Дальше съемка заканчивается, чтобы натуризм вас не отвратил. Дело сделано. У нас еще с вами остается на раз. Сливаем. Поставим в холодильник. И важно, важно быстренько лечь, чтобы это все там хотя бы минут 5-10 подержалось. Постарайтесь это все не выпускать. А то запустили, выпустили. Это, так сказать, не есть хорошо. Мой репортаж с закрытого заведения. Дозировочку надо вообще маленькую. Начинать примерно, ну, буквально-таки с 30 граммов. Иначе все это быстро просится наружу. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!